Отдел МВД России по Краснокамскому району на территории района проводится акция «Сдай оружие, получи деньги», направленная на стимулирование населения на добровольную сдачу оружия незаконно хранящихся у граждан. За время проведения операции было сдано оружие и боеприпасов на общую сумму 34 тысячи рублей. Так, к примеру, сдано пороха на сумму 4 тысячи рублей, гладкоствольного оружия на сумму 21 тысяча рублей и оружие ограниченного поражения на сумму 6 тысяч рублей.